Здравствуйте, с вами Олегыч и канал Best Video Games, и мы продолжаем игру Torchlight 2. Так, я вам скажу, что замесы стали моментами довольно посерьезней, чем были раньше, и это, честно говоря, мне нравится. Так, что у нас здесь? Пару бандюганов, которые кони двинули. Ах ты, гаденыш мелкий. О, оборотень. Ты смотри, какая наглость. Вот так вот всех в петруху. Ты смотри, какой борзый этот. Ты чё, офигевший? Откуда еще взялись эти, блядь, чепушники? Разделился еще. Так, молот, это берем. Это берем. Так, зелье при здоровье. Маны. Это все говно, я даже брать не хочу. Ты че там? Оборзевшая морда. Так. А, можно, да, сюда, в принципе, направляться. Так, есть. До свидания. Так, а что же у нас тут? А тут что такое? А, еще одно послание. Это мы, короче, сейчас прочитаем, бо я тут из-за этого... Так, это моя последняя запись. Нас осталось только трое до темноты, всего пара часов. Волки повсюду, мы попробуем добежать до ворот, но не надо и... Надежды мало. Так, тот, кто найдет эти записи, скорее всего, тоже обречен. Уходите отсюда, если можете. Это помогут вам стражи. Сара там... И Биром. Ну, ребята, я же вижу, что вы тут лежите, так что... Вам уже понятное дело, что... Срачено. Так, тут вообще какая-то конская карта, честно говоря. Ну-ка я еще тут посмотрю, что у нас есть. Так. А, скелетосики. О-хо-хо-хо-хо! На, еще раз волнушку. Бля, конкретно эта херня валит, конечно. Так, арбалет я не хочу брать. Так, а что у нас здесь? Иди сюда, малыш. Слышь, выпрыгнул он тут. Будто его приглашали. Ух, ёптель. Ага, здесь еще какой-то, наверное, будет проходик. Так, тут еще какая-то запись. Тут какой-то безголовый. Так, а тут что? Камерон погиб, я нашла этот дневник среди его вещей. Горстка выживших укрылась в погребе. Нужно убираться отсюда с ними. Мы не справимся. Когда Кэмерон решил уйти, десятник Зигфрид превратился в одного из этих зверей. Прямо у нас на глазах он разорвал его на части. Он утолил жажду, но мы точно знаем, он вернется. Возможно, до утра мы не доживем, Сара. Понятно, понятно, что дело пахнет керосином. Так, мана тоже пригодится. Так, все, здесь мы таки не зря вернулись. Эту территорию все досмотрели, прочитали... записки Сары, и теперь можем с чистой совестью ломиться дальше вперед. Даже я сохранюсь на всякий случай, кто его знает, кто тут вылезет, еще меня порвет. Вот как эти ребята. О-о-о, да, жопа вам, согласен. Так. Легко сдохли что-то аж даже. Ага, тут уже телепорт даже есть. О-о-о, это интересно. Так, и куда это меня понесло? Давайте все сюда. Ну. Воу. Давайте. Все, всех уложил. Теперь можно спокойно с этим чепушником разбираться. Так, моя собака жива, слава богу.
Так. Куча всего попадала, нихера себе. Это вот с этим не нельзя было встречаться. Еее, куча бабла. Так, ну такой он был, наглый, но чтобы он меня защемил, у него явно не получилось. Так, а тут что у нас? Какая-то нычка с сундучком. Это хорошо. Так, тут уже можно вернуться. Больше тут ничего нету, да? Ничего нету, значит, так. Могли бы очко к умению даже дать. Пожадничали черти. Так, а тут что у нас с этой стороны? Кровь, трупы. И все. Ну, хорошо тогда. Возвращаемся. Так, а тут что у нас есть? Это говно какое-то. Тоже говнецо. 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 Вот тут надо смотреть, что у нас есть. Так. Лук есть. Перчи. 233. Нагрудник. Ну и все, это будем продавать. Так, возвращаемся. Так, ага. Все, вышел я заброшенной лесопилки. Так, а что же теперь дальше? Use dynamite to open the energy work. Ага, все понял, понял. Идем с динамитом взрывать тот сраный проход. Нам еще этого фейда надо как-то, наверное. Пока нас сюда не пускают, пока оттуда твари не полезли. Но мне кажется, что они рано или поздно полезут. Тогда, может, и миссию сможем сделать. Так, весь отряд погиб, остался только я. Невероятно. Дальше вам придется идти в одиночку. Мне нужно вернуться в лагерь и сообщить обо всем Вейл. Берегите себя. Так, 5 единиц маны при ударе, шанс казниться, отразить снаряды. Запасу маны, за удар, отражение фичура, все физический урон 54. Вот это жесть. Итак, давайте уже. Юху, есть такое дело. Так. Сохраняемся и вперед. Сейчас будем искать. Что нам там надо найти? Источник энергии. Ну-ну. О, вот этот мой любимец троллик. О, хорош. Лук, так. О, может, штаны. Это я не хочу даже брать. Всякое гивно. А это что за, блядь? Черти пузатые. Так, тут. Собака уже кого-то зафигачила. Отлично. Так. Ого! А что это за херня? Всякие здоровые эти, блядь, медузы. Это что за хрень? Непонятно. Так, зелье здоровья, здоровье и пушка. Тик. Ты на этих малышей смешных. Реально смешных. Ой, уровень поднялся. Так. Летучие мыши меня замедляют, твари. Так, я хочу что? Я, конечно... У, это что такое? Ой-ой-ой, вот это очень хотел бы поставить. Это уже самый последний пик.
Тоже, кстати, классная штука. Так. Сейчас будем испытывать. Так, мне бы снять те навыки с тех умений и сюда бы лучше добавлять. Вот это было бы дело. Так. Золотишко. Всех в Петрухан. Да, вот сейчас он валит, конечно, по полной. Ёб твою за ногу. Пошли в жопу эти отростки. Ты смотри, какие наглые. Так, резервный жилет, клинок скорпиона, нет. А, маны не хватает. Ну, коль не хватает. Так, а где эти летающие шняги? Так, если они куда-то улетели, то мне насрать. Так, все, здесь нихера нет. Значит, надо подниматься выше. О! Так, так, так. Это что там было? Какие-то летучие мыши. Кстати, надо сохраняться почаще, на всякий случай. У меня денег тоже не бесконечно, блин. Так, сюда идем. Ах, замедляет меня. Так, тут дальше дорога какая-то идет. Это что? Кильт. Нет. Так, и я умею тоже так подзамедлять. Так, есть. Так, спатоньки. Ого, ого. Все. Так, иду с той стороны сначала, нагуляюсь. Бля, если бы я сбил, то все умения, что у меня было на рывке, блин, да ты что? Я бы усилил сразу ледяную атаку свою там на мече. Ну и сюда по мере возможности бы уже кидал там все. Куда вообще пошел? Я что не понял, блин. Так. Что убегает куда-то? Будто кто-то разрешил вообще куда-то идти. Так, понятно, надо сюда еще походить. А тут что у нас? Как-то спуститься надо, елки. Ага, есть тут спуск. Надо же обследовать уже все пещеры. Тем более тут нечестно, наверное, не вижу. Мусорная шахта. Нельзя им взрываться. Так, чувак, ты расслабься тут своей кувалдой, блядь. Ого. Псину сейчас бы убили здесь, мне кажется.
Кстати, знаете, что я забыл? Здесь что-то добавить. Живучесть, фокус, ловкость. Пускай будет фокус, чуть-чуть по мане ударим. Так. Тут что-то у нас еще есть интересное. О, тихо там. Ты смотри на этого офигевшего. Че там орешь? О, бля, питомцы эти мелкие. Дети этого здорового. Че, плюется какой-то херней? Так, тут как бы все. Так, нам еще осталось в эту сторону посмотреть, пойти. Так. Так, есть. Так, все, до свидания. Куча магии ушло, но зато эффективно. А, ты замедлила меня. Засранка, блин. Тихо, стоять. Все, поубивали, так можно дальше. Так, теперь можно вниз пойти посмотреть, что мы там еще не прошли. Сохранимся. Тык-тык-тык, тут я вижу, какие-то есть пробельчики у нас. О, проснулась слизь это. О, киштанишки выпали. Так, а тут что у нас? Все, тут уже обсмотрено все. Так, здесь. А здесь, а здесь. Все окей. О, блядь. О, не-не-не-не-не-не-не. Ребята, расслабьтесь. Так, где-то здесь спуск вниз. Вот он. О. Плюется тоже какой-то херня. Смоляные какие-то штуки. Так, и деньги взяли. Ага, вон еще есть какие-то. Пару штук я вижу. Оп. Все. Так, теперь можно уже идти отсюда. Так, где мы еще не были? Ага, на той стороне. Эту сторону мы уже все прошли. Вот, вот наша дорога. Тик. О, вот эти ребята. Забили их как мамонтов. Так. Ого, тихо. Так, главное грибы. Ого, крепкая херня. Так, мана, здоровье, все. Фу. Бронзовый придак, это фигня какая-то. Хорош. Мне нравится, что можно пустить и сразу еще и валить одновременно. Так, тоже есть. Жирнозуб. Уровень 41. Ну, хорошо, уговорили. Сохраняемся. Ну, здесь и территории, конечно, псапывать надо. Конские просто. Ну, так как я уже открыл все навыки, значит, соответственно, я думаю, что игра уже скоро будет заканчиваться. Ну, это как бы по логике вещей. Так, тут территорию открыли. А что у нас тут? Какое-то болото. Так, чтобы они тут не вставали. Это херня.
О, тихо, дай сначала твоих помощников. Нихера себе, она еще меня и прогонять может. Ну иди сюда. А мне собака сама может разобраться. Здесь здоровая в натуре, блядь, хрень. Так, у меня уже супер тут супер удары начались. Да, уже до половины дошло. Ты сука, офигевшее создание. Ну, тараканище. Смотри, смотри, как оно ломится, блядь. Офигевшая. Что ты там же... О, давай без этого жрачья тут мне. Слышь, оно еще жрать тут будет. Ого. До свидания. Взрываются какие-то черти здесь. Ну нифига себе. Так, можно тут всю территорию обнюхать. Может тут что-то, кстати, и быть. Так, ну к звезде я понял, что можно идти. Все, лежат и вставать даже не хотят. Ленивые черти, блядь. Так, есть. Так, после этого даже могу и сохраниться. Так, а что я там взял? О, я взял какое-то копьище. Так, кстати, можно превратить его... Кого его превратить? О, паучара. 376. Так, ну тут вроде больше ничего такого интересного и нету. Так, идем-ка нафиг отсюда. Ну, ворота открылись, может они были закрыты, я не обратил внимания, кстати, на это, но... Тик, тик, а это что такое? Ой, источник энергии. Тихо, шай, вы что тут не все обнюхали. А вдруг тут что-то? Не, в натуре больше ни хера нема. Так, что это меня откуда-то принесло? Так, так, так. Блин, а я не хочу это, вот это все менять. А почему она мне его предлагает? Да, обидно, конечно. Не, хома бы гелпи, не надо мне помогать, спасибо. Так, сейчас будем все продавать. Сколько, кстати, денег? 15 тысяч. Ну, хорошо. О, приполз. Без меня никак. Мелодия такая чуть-чуть не напоминает Диабло первое, блин. И вот эта вот гитара там тоже в городе такая была, блин. Так, там мелодия чуть другая, но очень, блин, схожая чем-то вот. Тематика даже такая. Мне там мелодия, кстати, очень нравилась. Я тогда так привык, блин, капец, этого Диабло. Так, 18 тысяч, да. Может тот же, блядь, и этот музыкант и играл.
Хрен знает. Так, давайте глянем, что тут нам предлагает. Ой. 320, блядь. Средняя скорость атаки. Вот не знаю, что делать, а честно, у меня вот... Вот что делать? Вот есть вот по 320 дамага. Вроде хорошая. Ну вот что-то не лежит мне в ней душа, и все вот ее брать. Это уже двуручное все, не знаю, не хочу я пока брать что-то другое. Ого, новый игрока шлем богатства, нихера себе. Нихера себе, шлемусик. Так, щит, щит. Да, честно говоря, ничего хорошего здесь не увидел. Так, а что это может нам предложить? Дикий лес. Это мой, да? Да, дикий лес. Пять тысяч берем, конечно, что я сумасшедший, не взять. А это нахер продаем. Так, итого у меня уже угу процент. Так, хорошо. Экзорцист. Не знаю, я вот уже по экзорцисту нету смысла идти и тратить сейчас кучу бабла. А кольцо хотя довольно неплохое, с малым уроном. Хотя там к ледяному урону. Не, экзорциста я, наверное, не буду. Не буду собирать. Вот король гномов еще и визирь. И то визирь уже... Уже тоже, мне кажется, нету смысла в визире. Да. Визирь продаем. И это будем продавать. Вот король гномов я еще оставляю. Так, а сколько у меня еще тут? 5, да? 6. Еще две вещи бы лесных найти, и все. Было бы круто. Так, что ты им опять превратился? Сколько можно, малыш? Ха-ха. Смешной. Так, идем по заданию. Тут как раз у нас... Отлично, такой источник энергии как нельзя лучше подойдет для парового котла этой машины. Странно, ничего не происходит. О нет, именно этого я и боялся, источник полностью истощен. Да, вся гораздо хуже, чем я думал. Ну, молодец, что ты, блядь, как всегда. Жопами думаешь. Редкий щит, а у меня же его на жопу прилепить. Небольшая неувязочка, но ничего критичного. Мы узнали об этих источниках энергии, когда осматривали эмберитовый завод на дальнем конце поля боя расколотых тронов. Мы нашли там и машины, с помощью которых древние гномы создавали эти источники. Доберитесь до завода, зарядите источник в два счета. Чтобы попасть на поле боя, вам придется пройти через ущелье Ривенскал. Зарядите источник и возвращайтесь, и мы вставим его в машину. Понятно? Я тут повозился еще немного с машиной, думаю, большой заряд и не нужен. Надо только активировать сервомоторы, чтобы дверь открылась и закрывалась. В конце концов, мы же не собираемся ее в бой посылать. Это хорошо, старые агрегаты на эмбритовом заводе гномов, может, еще и работают, но уже на последнем издыхании. И даже если мы придумаем, как их запустить, все равно... Ведь неизвестно, как управлять этими устройствами, потому Империя направила сюда эту экспедицию. Ну, спасибо тебе за информацию. Так, о, теперь вся. Тебе можно вот только там, да что ты говоришь? Так, сохраняемся и в путь.
Так. Это что у нас за задание? Вот, путь Фейда. Это мне нравится. Путь Фейда нам нужен. Так. Так, что тут? Ребята, давайте попроще чуть будем. Ага, тут уже и дороги нет. Какое-то кладбище, блин. Ну, кладбище это кладбище. Нам не привыкать. Так, куча всяких ворот. Воу, это что за горгуля? Лесная вообще, что было. Тихо там. Так, это фигня. Безголовый воин. Так, а тут что у нас? Могильщик. Ну, нихера себе. Призрак всякий тут. Так. Расхитительниц. Гробниц. О, ты чё, блядь? Здоровый кабан. И бьет неплохо, я так смотрю, блядь. Жизнь улетает нормально. Так, все, тут разобрались. А тут что у нас? Эти могильщики, блядь. Все, и тут тоже. О, к нам пришли лично. Ты еще прыгает сверху, нихера себе, блядь. Офигевшая морда. О, прям вырвался с елки, блядь, у нас. А ты че спустился? Мы бы сами к тебе подошли, начинаешь тут. О, сколько всякого добра. Так, ребята. Так, эта херня нормально шкварит. Это вот этот колдун точно вызвал. Так, тихо, сейчас будем у вас. О-о-о-о-о-о. Приели, что ли? Начали так колбасить, что я аж прозрел. Так. Замедлили меня. Так, я думаю, что... Ага, вот портал есть. Опять эти могильщики. Можно в эту сторону пойти погулять. Глушим еще ударом, ничего себе. Ой-ой-ой, сундук чуть не завтыкали. Сильный сундук. Это что это за херня? О, я думаю, что за херня? Ты смотри, вызвал эту хрень, которая меня плющит. Сейчас, сейчас уломаем его. Ага, те не могут слезть. Так, 61 здоровье. Ну, здоровье нам, в принципе, должно. Так, а кстати, а что мы там пропустили вот тот угол, что он там нам дает? Ты спустился таки за нами. Thank you.
Хорош. Так, сейчас мы его законтачим. Ну, давай же, подыхай. Живучая морда, блядь. Хорошо. Ну, тоже какие-то с тесаками. Не знаю, мне это вот умение, вот это вот в магии больше всех нравится. Но я даже не хочу использовать то в основном. Третьих удара там в сраку. Так, можно, кстати, здесь сейчас полазить. Так. Разобрались. Ну что, скоро будет уровень у нас новый. Ёптель. Крепкие ребята. Да, блядь, толпа такая жесткая. Ну же, давайте. Бля, живучий капец. Так, тут есть. Этих скелетонов еще тут целая куча, блядь, собралась. Так, что все тут? Ага, у нас еще могильщик. Все, отлично зачистили здесь. Так, можно... Башня Виркаса, это что такое? Ага, я думаю, ее еще надо будет тут открыть. Сейчас пойдем откроем. Понял, понял намек. Так, там вон ребята еще нас ждут. О, привет. Бля, валят они, конечно, жестко, блин. Так. Хотел тут разбить этот пень, так выпрыгнул уже этот Кихимера, это болотная. Шастый, блядь, мелкий. Так, а тут что у нас? Так, ребята, расслабьтесь. Меня убить нереально будет. Хера себе, в натуре чуть мне не дали люлей. Какие-то колдуны сраные. Так, тут какая-то дорога, я уже увидел. Так, есть. Тут зачистили. Это что за херня, не знаю.
Какой-то, блядь, колодец непонятный. Так, это, как всегда, блядь, с елок с кустов выпрыгивает. Стоять, малышня. Их собаки мои доставляются. Новый уровень. Ёй-ёй-ёй. Так, можно это улучшить, можно и гейзеры. Конечно, гейзеры, что вы спрашиваете. Посерьезнее уже будет. Так, там я уже... О! Толпами шастаю, блядь. Так, тоже есть. Прошли. Так, есть. Ага, это мы проступали. Откуда вас столько, блин? Все лезут и лезут. Могильщик, все. Так, сохраняемся. Кстати, нам тут показывают, что мы очки параметров не использовали. Сейчас мы их используем. Так, это что у нас светится? Автобус. Любое расклад. Это задание. Так. Силу добавили. Как-то уже посветлело. День начался, что ли? Юху! Опять эти могильщики сраные. Так, а что у нас тут интересненького? О, так, тут никто. Надо будет сейчас что-то выкидывать. Так. А там что-то так разбивать не получалось. Горькая фея. Где они эти названия находят? Вот не пойму я никак. Вот эти, блядь, кустодрочеры, блядь. Так. Эти бронированные, блядь, реально кумарят уже. О, выпрыгнул. Тоже вздыхайся, выпрыгнул. Ого, ржавый механоид какой-то там, бля. Жесткое название. Пушки тут. Так, есть, тут победили. О, куда? Прыгуны, блядь. Во. Так, есть. Интересно, насколько большая эта карта, блядь.
Блять, она реально может быть просто конской. Куда бежишь? Так, а это что за дорога? О. Так. Ой, хорош. Что это тут какие-то дома этих? Страшил. Ёптель меня валит. Цена этих колдунов офигеешь. Блять, еле их выломал. Так, а где это меня занесло уже? Какие-то дали. Ёлки, дорога не кончается. Так, есть. Тут что у нас интересненького? Оба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, есть контактик. А, они с домика выходят все такие, блядь, налегке. Так. Ага, тут еще какой-то портал есть. Ёлки-палки, сколько тут всего на этой карте. Так, а здесь что у нас тогда? Давай, выходи, не стесняйся. Гостем будешь. Так, тут нихерища нема. О, можно половить. Ух! Кстати, малыш, тут... Ты живучая морда. А, надо превратить его в какого-то... Не знаю, что это такое. Ух ты, летающий. Так. Главное, что вот этого колдуна убили. Так, есть. Так. Ну что ж, вроде здесь весь регион. Все. Так, а где я здесь где-то видел какой-то проход? Ага. Вот он, какой-то забытые залы. То каким-то хером другим туда надо будет идти. Ага, тут, наверное, с телепорта, вот. Точно. Так, надо подсохраниться, бы пришли хороший шмат. О, тут у нас есть какая-то дорожка. О. Так. Так, тут ничего, а тут что у нас? О, выпрыгнул малыш на смерть. И обратно в кустяк. Так, тут все есть. Ага, там еще можно пройти. Там застрял.
О, тут что? Ну и что дальше? Так. Так, так, так. Теперь можно обойти с этой стороны, посмотреть, что тут как. Мелочь вылазит, сразу дохнет здесь, не отходя от кассы. О. Так, все, отдыхаемся. Этих офигевших големов. Так, все, законтачили, еле-еле их. Фу, так, что у нас тут дальше? Ох, ниндзя вылазит. Куда бежим? Блять, валят они, конечно, прилично. Так, а ну-ка, что тут у нас? Эх, этот крылатый у меня такой наглый. О, люблю толпу. Какие-то гномы боевые тут, блин. Так, сохранили. Пинзлочеты, блядь. Так, сейчас сюда пойдем, тут еще обследуем. Да, здоровый кабан, блядь. Так, есть. Ты смотри на эту наглость. Так, кстати, надо повыкидывать лишняка. Это что за? Хм, хуже всякого дерьма насобирал. Тик. О, надо обходить. Есть. А тут что у нас? А, лучники. Ёптель за ногу. Какие-то бомбы. Да, здесь опять какая-то конская карта. Скажу я так. Откровенно. Думал, что уже с конскими картами, блядь, покончено. Нет. Так я тут до хрена дальше. Есть. Ничего, сейчас потихонечку.
Роботеки. Может быть, с них я вытянул бы эти кристаллы? Не надо заряжать было бы. Так, а тут что у нас? Ты смотри, какие офигевшие. Вообще колдует, блядь. Ты убегает, гадюка. Так, есть. Так, а тут что у нас? О-о-о-о! Два колодца рядом, еще такого не было. Еще какой-то был. Бегаешь за ним, блин. А ты куда отлучился от стаи? О, он еще и сетку это кидает, ничего себе. Так. Сейчас эти углы допройдем тут, чтобы знать, что тут еще непонятно, что. Какая-то железная дорога. В кустах сидят, ну это реально, блядь, ржачная, блядь, фигня. Так, тут все же. Это хорошо, что уже есть какие-то окончания карты. В любом случае, это приятно, конечно. Так, тут еще какая-то дорога, надо еще тут обследовать. Хорошо. Там навряд ли что-то есть, так что надо у нас сюда. Так, а тут что у нас? Ага, тут тупик. Ну теперь хоть понятно. О-о-о! Сейчас мы к ним поднимемся. Я думаю, они будут рады нас видеть. Остался наверху и валит. Слышь, офигевшая морда. Сейчас, подожди, придем. По твою душу. Уже в следующем видео, конечно же. Ну что ж. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Олегыч. До встречи!